В интерактивном семинаре на тему «Роль социальных сетей в жизни молодежи. Плюсы и минусы» прошедшем в Менгичавире приняло участие 570 старшеклассников, как из самого города, так и из других регионов Азербайджана – Евлаха, Акдаша, Герамбоя. 21 век – век информации. Развитие информационных и коммуникационных технологий наряду с преимуществами представляет и новую форму опасности. Список возглавляют социальные сети. Именно поэтому важно убедиться, что молодежь ими правильно пользуется. В рамках семинара старшеклассники поделились своим опытом о влиянии, которое социальные сети оказывают на их жизнь. Мероприятие продолжилось интерактивными обсуждениями учащихся. Под Байрам Фельнара Алиев, Руфат Аликперов, CBC.